Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Сегодня я в аутлете хочу пройтись по-быстренькому, показать вам сумочки от бренда Фурла в аутлете. Вы же знаете, сейчас экстра скидочки у всех брендов. И недавно я сделала съемку у бренда Фурла в аутлете, прям полноценную. Еще на YouTube даже не вышло, но я хочу смонтировать и не делать больше сейчас съемку. Ну, чтобы вы понимали, что если вам что-то понравится, вы меня просто спросите, и я буду уточнять, какая цена на сегодняшний день у той сумки, которая вам понравится. Потому что съемка была длительной, фотографии все сценами, и повторно это сейчас делать я не хочу. Я сейчас пройдусь, вам покажу, а если вам что-то понравится, потому что я сейчас соединю вот это, что вот вы сейчас вот увидите, маленькое, когда я сделаю полноценный влог, я соединю именно с теми фотографиями, которые я отфотографировала. И, соответственно, вы будете меня спрашивать, я буду вам уточнять уже точно, конкретно, какая цена окончательно. Потому что какие-то цены остались такие же, как есть, а какие-то есть промо-акция 20%, 30%, 40%. Поэтому нужно спрашивать, все индивидуально. Вот 60% офф, это, ну так, чтобы вы понимали, вот фотографии я все оставлю, 129 евро. Но вы мне все равно, когда будете делать заказ, я буду все переспрашивать. Хорошо, какая цена окончательная на сегодняшний день, потому что... Я сама сейчас переснимать все не буду, потому что все я отсняла и уже как бы в Телеграме есть, а на YouTube канал я уже совместно уже опубликую вместе вот с этим вот влогом. Если что-то заинтересует, вы не стесняйтесь, спросите меня, я, соответственно, спрошу, какая цена на сегодняшний день, и вам обязательно скажу. Вот такая вот красавица, это маленький размер. Все сумочки эти я вам сфотографировала еще до 5 числа. И, соответственно, сейчас, если есть какие-то изменения, я вам скажу. 101 евро. Это маленькие сумочки, чтобы вы понимали. Это цена 181 евро вот этой сумки. Красивый бордовый цвет. Это идет уже цена окончательная, чтобы вы понимали, вот такая вот. Видите, третья цена окончательная. Вот такая вот квадратная. Все буду уточнять. 137 евро. Может быть, если на фотографии такая же цена осталась, значит, такая цена она и осталась. И была. Значит, как я съемку сделала до 5 числа, значит, такая цена и осталась. Пройдусь, покажу вам. Просто, чтобы вы понимали, чтобы все заново отснять это, да, это нужно потратить примерно 3 часа, даже может быть больше. Поэтому я сейчас этого делать не буду. Если вы заинтересованы, вы всегда можете меня, в принципе, спросить. Вот кошелечек красивый сразу попался. 90 евро. Цена это уже с экстра скидочкой. Красивый цвет, яркий, замочек красивый, лакированная кожа. Есть вот такой вот цвет, это другая модель. Ну, знаете, с кошельками тоже сейчас, если я буду затягиваться, соответственно, будет долго время. Вот, смотрите, 72 евро вот этот кошелек желтого цвета. Такой маленький кошелечек, 63 евро. Ну, давайте пройдемся, такие вот сумочки, пройдемся здесь, такие вот косметички Сали. Вот здесь вот сумки тоже, эти все сумки я фотографировала, показывала вам цены. 101 евро сейчас стоит. Сопоставляйте с фотографиями, которые я сделала до 5 числа. Если такие же остались, значит такие, если нет, то хорошо. 139 евро. Вот такие вот цены. Вот такая вот бордовая. 111 евро. Пусть немного пройдет время, и тогда, когда я опубликую тот влог, который я сняла, я, может быть, чуть позже буду делать еще и еще и еще съемки этого бренда. А пока вот так.
Эта сумочка 89 евро. Она еще есть в красном и в зелененьком цвете. Вот такие вот, замочек такой интересненький. Цена 136 евро. Это тоже уже с экстра скидкой. Замок вот такой интересный. Действительно, видите? Вот эта сумочка тоже. Вот эта тоже сумочка. Вот я в прошлый раз ее не видела. Хорошенькая. Очень даже хорошенькая. Давайте посмотрим, какая цена. Какая цена? 141 евро. Да, это с экстра скидочкой. Хорошая такая сумочка. Натуральная кожа. Симпатюшка. $89. Хочу вот так вот немножко пройтись, вам показать. Какие-то мне объяснили, например, какой-то цвет этой модели идет на скидку, какой-то цвет не идет на промо-акцию. Поэтому все индивидуально. А фотографии я вам полноценно показала. То есть, если вас что-то заинтересует, вы меня спросите, и я уже буду делать запрос. Это в бордовом цвете, 181 евро. В бордовом цвете вот такая вот, это большая, видите, точно такая же модель. 181 евро, это тоже с экстра скидкой, хорошая цена на такой размерчик, между прочим. Эти все сумочки. Давайте посмотрим. 195 евро. Угу. Такая вот черная сумка. 137 евро. Экстра скидка. Хорошая цена. Вот на эту черную. Между прочим, хорошая цена, хочу сказать. Смотрите. Классная. Синенькая. Вот эти красавицы. Это 132 евро, вот это вот сверху. А, есть вот такая вот сумочка. Эта сумка стоит 99 евро. Классная сумочка. И цена тоже хорошая. Рюкзак. 139 евро. Ставим все на место. Красота очень красивая. Вот такие вот сумочки полукруглые. Платочки. Давайте продвинемся здесь по-быстренькому, покажу вам. Такие вот сумочки. Все цены спрашивайте индивидуально. Все буду вам говорить, какая цена, если вас заинтересовало. Что цены все есть, я просто буду подтверждать, та цена или нет. Вот коричневый цвет, 129 евро, тоже экстра скидочка. Вот это вот тоже симпатичная, я даже ее не видела. 119 евро, тоже экстра скидочка, хорошенькая, посмотрите, тканевая. Это комбинированная. 129 евро. Это до сих пор стоит. Насколько помню, была супер цена на нее. 99 евро. Действительно супер цена на эту красавицу. Это тоже красавица. $117. Напоминаю, что все, что вы видите, вы можете заказать через меня. Я могу купить и отправить в вашу страну. Вот это вот 204 евро, тоже с экстра скидкой. И вот такие вот расцветки. Есть также поменьше размерчики. Поменьше размерчики. Цена, сейчас я вам скажу. 175 евро, это тоже с экстра скидочкой, мои дорогие. Вот такие вот расцветочки. А я пробегусь по-быстренькому здесь. Видите, я не везде буду сейчас показывать цены, потому что я еще раз напоминаю, что я сделала полноценные съемки, фотографии до 5 числа.
Соответственно, вы просто, я их соединю. Вот. И если я сейчас этот влог, вот этот 10-минутный, например, выпущу на YouTube-канал, но потом я его соединю с теми фотографиями, которые я уже сделала. И, соответственно, вы будете спрашивать меня, если что, какая цена окончательная. Не стесняйтесь, я вам всегда скажу. Если будет цена такая же, как и на фото, то, соответственно, такая же и осталась. Если будет больше скидка, значит, я вам скажу, какая будет скидка. 75 евро вот эта вот штучка. Тканевая, хорошенькая косметичка, вообще супер просто. €160, это экстра скидка на вот эту сумку. Посмотрим, зеленая такая же, 153 евро. Видите, тоже экстра скидка. Я почему посмотрела, потому что бывает такое, что и вот как вы убедились, модель одинаковая, цвет разный и цена другая. Цены спрашивайте, я вам скажу. Я думаю, что здесь цены такие же и остались, как и были, когда я делала фотографии до 5 числа, примерно в первых числах. Я думаю, что такие же цены и остались. Ну, если что, будем смотреть. Видите, потому что здесь нет, что это промо-акция, что-то. Просто цена from 119, от 119 евро. Вот эти вот сумочки. Да, посмотрим, вот эта цена какая. 249 евро вот эти вот сумки большие, квадратные. Вот здесь. Ну что ж, я показала вам всего понемногу, а вы, если вам что-то понравилось, заказывайте, я жду ваших заказов на WhatsApp. Не забывайте, что у меня есть группа Telegram. Подписывайтесь в мою группу, потому что в моей группе очень-очень интересно. То, что я снимаю, я все публикую сначала в мою группу, а на YouTube выходит позже. И, соответственно, вот такие вот кошелечки. Если что-то вам понравилось, фиксируйте и спрашивайте меня. Я вам всегда отвечу, какая цена. Потому что сейчас открытие каждого кошелечка займет тоже большое количество времени. Все. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всем пока-пока.